Как быстро время летит. Восьмой раунд идет. Восьмой раунд, напоминаю, из 12 запланированных. Упорнейший бой. В одном из самых маленьких весов профессионального бокса. Попал достаточно жестко. Хусейн не выдерживает, идет в клинч. И снова в клинч. И этот клинч изматывает мексиканца. Смотрите, что творится. Сейчас Хусейн уже избегает боя, избегает вот этого темпа жесткого. Ну, в общем-то, справедливо, конечно, то, что снимает очки Вик Дракулич, потому что сколько ж можно вот так вот клинчевать, вязать, толкать. Да, в начале раунда, как обычно, Арсе догнать противника очень сложно. Тот сейчас откровенно не принимает боя. Откровенно пытается измотать мексиканца за счет вот этого движения, заставить погоняться за собой. И вот эта беготня, перемежающаяся клинчами, она, конечно, работает против мексиканца. Сам Хорхе Арсе иногда попадает в такие ситуации, подставляется. Это, конечно, погрешности в технике, что тут говорить. Но какая воля, какая жажда победы. Тут уже не о титулах речь идет. Нет, это имитация активности со стороны Хусейна Хусейна. Его задача сковать Арсе. И вот эта вот возня, борьба, вязкая такая, она, конечно, ему помогает и здорово мешает мексиканцу.
Не точен, Арсе. Хусейн выигрывает концовку этого раунда. И сейчас встает проблема. Хватит ли выносливости у Арсе до конца боя? Потому что тот темп, который он навязал, не только противнику, но и себе самому, он, конечно, может здорово подкосить. Трансляція за підтримки партнерів братів Кличко та торгівельної марки «Чернігівське». Десятий раунд, а впереді, видите, ще три раунда. Хусейн кажется более свежим. И нарывается на удар. И вот сейчас нельзя его отпускать. Ни в коем случае, Арсе, иначе... Иначе. Да, выжил Хусейн Хусейн. Выстоял. Снова клинч. Тут ведь очень важно еще уметь избежать этих клинчей. Арсе сам туда идет, сам напрашивается. Моменты бывают, так это выглядит, как будто... Каждый из противников работает просто по мешку тренировочно, вкладываясь. Каждый удар вкладывается. Поразительно, как они еще держат это все. Не прав, Арсе, конечно, так нельзя. Грязно, некрасиво. Но жажда победы ослепляет, недаром говорит. Известный писатель Миллер как-то сказал об этом. Ну что, сломал Арсе противника, просто сломал. Дракулич останавливает бой. И какой бой? Фантастика. Вот, друзья, что бывает в маленьких весах, которые мы видим не так часто на наших экранах. Ай да, Арсе, ай да, ковбой. Или, как в Мексике говорят, вакеро. Не знаю. Поистине, это вот кандидат на звание боя года. Нечто подобное устраивали в прошлом разве что Микки Уорд и Артура Гатти. Я вас уверяю, об этом бою будут говорить еще долго, потому что то, что мы видели сейчас, да, вот тот самый момент, когда Хусейн Хусейн нарвался на размашистый длинный крюк мексиканца. В тот раз Арсе не смог добить противника, но здесь он сломал, буквально сломал Хусейна. Давайте посмотрим, как это было в пятом раунде. Прекрасная комбинация Хусейна.
8-м раунде. Такое попадание выдержал Хусейн. Поистине фантастический бой. Я, наверное, повторяюсь, но действительно это так. Хорхе Арсе.